Наши войска были переброшены на базу, расположенную на господствующей высоте долины Тигли, ключевой области в Южном Вьетнаме. Им поставлена простая задача – удерживать высоту и не позволить силам Северного Вьетнама отбить позицию. По донесениям разведки, обнаружены крупные силы красных, сосредоточенные в этом районе. Американские солдаты, защищавшие высоту Тигли, успешно отбили атаки противника. ОЦК сообщает о множестве убитых и раненых северо-вьетнамских солдат. Потери со стороны США незначительны.